Всем доброе утро. Всем доброе утро. Заселились мы в отель в Турции. Сейчас покажу, как он выглядит. Солнышко так светит. Блин, плохо видно. Шкаф такой. Называется отель Апарт Азиапарт. Вот. Тут вот кухня. Красота. Два диванчика. Приставка это наша, телек, еще одна комната, так, коридор, еще одна комната, прям тоже такая минималистичная, ничего лишнего. Интернет даже есть неплохой. В общем, все. И я красавица. Такая картина. Все. В принципе, все показала. Машинка стиральная есть, холодильник. Все необходимое имеется. Единственное, тут, конечно, на кухне идет только холодная вода, к сожалению.